Так, вот давайте такой кадр возьмем. Это не просто архив, а настоящий кладезь информации. Здесь изображены те, кто укладывал золотое звено Байкало-Амурской магистрали. В трех каталогах более 1500 негативов. Из них нужно отобрать лишь 36. Самых интересных для нового проекта идут по БАМу поезда сквозь нашу с вами память, чтобы передать ту особенную атмосферу единения десятков тысяч людей ради одной цели. Как это было 40 лет назад, автор всех этих работ, член Союза журналистов России, Сапкор ТАСС по Восточной Сибири Эдгар Брюханенко хорошо помнит. На удивление помню. Вот даже называю имена. А прошло, вот как сейчас сказали, 40 лет. Потому что это были имена настоящих людей. С ними мы прошли всю стройку. Они на всю жизнь. Это нет слов. Эдгар Дмитриевич вместе с сотрудниками библиотеки описывает каждый снимок, указывает год, место и имена людей на фотографиях. И каждый дается название. Проект планируется запустить в июне. В нем примут участие и солисты Иркутской филармонии, которые представят музыкальные страницы истории БАМа. Здесь как на стройке века. Сроки сжаты, а значимость высока. Рассказать о том патриотическом наследии, связанном со строительством БАМа, и все это вот как бы в рамках празднования 40-летия начала строительства БАМа. Поэтому пропаганда, вот это вот наследие, рассказать молодым людям о том, что было в те патриотические годы, вдохновение, строительство, это очень важно. Кроме того, каждый негатив нужно перевести в электронный вид, затем обработать все изображения. По словам специалистов, это сложная и трудоемкая работа. Зато после оцифровки увидеть молодежную стройку 20 века сможет любой пользователь всемирной паутины. Свободный доступ к фотографиям откроют на сайтах библиотеки имени Молчанова Сибирского. Последним этапом работы над проектом по БАМу будет проявка негативов. Выбранные снимки примерно так же будут распечатаны в формате А3 и отправятся в поселок Магистральный и город Усть-Кут, где посетители выставки смогут вновь окунуться в период эпохальной всесоюзной стройки. Туяна Немаева, Александр Барановский. Новости сейчас.